Сочинская команда «Айсберг» посвятила свой номер прошедшему мундиалю и предстоящему чемпионату мира по боксу. Чирлидинг стал финальным состязанием среди местных команд за выход в финал. 9-летняя спартакиада работников Федерального центра спортивной подготовки «Югспорт» стартовала 10 августа. Более 200 сотрудников соревновались в 12 видах спорта. Это и игровые виды, и парусный спорт, и даже морская рыбалка. В турнире принимали участие по 5 команд из Сочи и филиала базы «Югспорт» в Кисловодске. Я рад за весь коллектив, дружный. Вы видели, какая напряженная борьба, мастерство, действительно просто вот сражение. Но в итоге это дружба, это коллектив, который способен и решает много проблем, многие проблемы по подготовке наших спортсменов. Сотрудники «Югспорта» в очередной раз доказали, что они могут не только успешно обеспечивать тренировочный и восстановительный процесс спортсменов национальных сборных и региональных команд из 54 спортивных федераций, но и сами активно занимаются физкультурой. «Югспорт» по праву считается одной из самых спортивных организаций. Ну а турнир дает возможность проявлять себя, добиваться высоких результатов и в работе, и в жизни в целом. Сочи и филиал ФГБУ «Югспорт» в городе Кисловодске – это действительно одна семья. Однозначно, спорт объединяет, спорт несет мир и дружбу. И в этой спартакиаде, как и в предыдущих, все только очень хорошее. Спорт – это жизнь, это сила, это движение вперед. Сильнейшие игроки по итогам всех видов составили костяк сборных двух городов, которые и боролись за главный приз – переходящий кубок победителя. Его судьба решалась в перетягивании каната, где выиграл Кисловодск. Главный трофей уезжает в Ставропольский край. Команда целый год тренировалась, шла к этому, и поэтому столько было эмоций и криков. Для этого и проводятся эти спартакиады, потому что это непередаваемые эмоции, когда ты побеждаешь. Очередная спартакиада будет 10-й, юбилейной, и сочинцы надеются взять реванш. Кроме того, что в следующем году добавятся новые виды спорта, есть идея привлечь к участию команды, сформированные из журналистов местных СМИ. Ольга Десятова, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.